Привет, друзья, Блейдеры и друзья Бейблейдеры. Сейчас у нас будет реакция на интро, опенинг. Короче, третий опенинг, вроде бы третий же, да, по счету у нас. Который появился у нас в 30-й серии Бейблейдерс Мин Батл. Ну и, короче, давайте не будем болтать. Комментарии с предыдущего ролика, ну, если они вообще там будут. Ну и, короче, погнали. Мне даже не пришлось. Тут даже прям начальная заставка новая. Я специально начал смотреть заново. Открыл 30-ю серию. Потому что смысл скачивать интро, если есть уже и так все. А, типа вот Бэй нам показывают. Ну это типа как старый кадр, но нам уже на новую картинку расскажем. Ну где там Белл, типа такой. Ребятки, начало новое. Прям... Не, он прям колоссально изменился, опен, по идее. Вот у нас как классно. Классно. Прикольненько. Оп, ты бахамута, такая битва. О, здесь какой это. Белл красивый, это просто. Ребят, я ни одного старого кадра не вижу. Прокарка реально постаралась над интро, вот реально. Потому что этот опенинг, он абсолютно другой. Он типа, только музыка сохранилась. Короче, что могу сказать по опенингу? Он колоссально изменился, но не сказать бы, чтобы прям здесь что-то прям супер-мега колоссальное. Но там много красивых кадров, очень, что вы мне не говорите, но этот опенинг гораздо круче предыдущих, которые были в этом сезоне. Поэтому вот так. Конечно, многие тоже говорят, что лучше бы оставили кадры, которые были с легендами. Но я думаю, да, лучше бы оставили. Потому что вы смотрите, то есть тут у нас уже толком не показывают ни Шу, ни Луи. Там, может, Вальта немного показывают. Но, короче, вообще как-то слили легенд тоже. И Шу появился в одной серии. Ну, как-то это вообще непростительно. Ну, я обиделся. Ну и, короче, вот такой у нас был опенинг. Так, начало, что у нас? Ну, поначалу там тоже началось, как бы, ну, вот это вот представление, что, ну, теперь у нас будет все акцентироваться на вот этих вот героев, таких как Рашад, Илья, Басара, ну, логично, Белл и Кокутен, ну, там, Ранзо вместе с ним, можно сказать. Ну и вот так вот, ну, не знаю, ну, прям, ну, опенинг изменился настолько, что... Вспомните тот же Спаркинг, там были, оставались старые сцены, здесь же старых сцен абсолютно не было. Если они были, то их было настолько мало, что, ну, я не заметил. Вот реально, опенинг вот реально изменили, то что, будто его заново перезалили, ну, новый сделали, и поэтому, довольно классно, мне прям понравилось, я его даже потом пересмотрю, но я не стал перед этим, конечно, смотреть перед реакцией, чтобы не портить, ну, впечатление, потому что если я посмотрю перед реакцией, то, как бы, ну, здесь на реакции будут уже не такие впечатления, раз я его уже смотрел. Ну, вот такая сегодня была реакция короткая на опенинг, больше болтал, наверное, и вот такое видео, всем до скорого, всем удачи, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в описание, пишите комментарии, до новых реакций. Don't ignore me. But let's move on.